Починає роботу наша денна студія на 7-му телеканалі. З вами Тетяна Милимко. Доброго дня. Я рада вітати нашого гостя сьогодні. В ефірі в нас Голобородько Борис, кардіолог вищої категорії та заступник медичного директора з кардіології в медичному домі «Одрікс». Поговоримо про ішемічну хворобу серця. Актуальна тема доволі. Доброго дня. Доброго дня. Чи справді актуальна настільки, що можна про неї поговорити доволі довго? Це тема актуальна на сьогодні. З вашого дозволу я буду відповідати на ваші запитання російською мовою, якщо не заперечуєте. Будь ласка, так. Будь ласка. Ішемічна хвороба серця, по-перше. Що це таке? Название болезни, ішемічна болезнь серця, происходить від першого слова «ішемія». Ішемія – это несоответствие между потребностью и доставкой кислорода к мышце сердца. Вы понимаете, о чем идет речь? Итак, я вот для нормального функционирования и работы сердца необходимо достаточное количество крови и вместе с кровью и кислорода, и питательных веществ. В силу каких-то причин возникает несоответствие. Сердце получает меньше кислорода, чем ему необходимо для выполнения, ну, скажем, своих функциональных обязанностей, да? И вот причины для этого могут быть разные. Как правило, это сужение сосуда, сужение артерии, которая питает мышцу сердца. А вот что это... может спричинить это звужение этой артерии? Через что такое відбувається? Это может быть спазм этой артерии. Это может быть атеросклеротическое поражение, когда атеросклеротическая бляшка растет внутрь просвета коронарной артерии. И таким образом, как сужает сам просвет. Это может быть тромб. Образовавшийся тромб в коронарной артерии сужает тоже сам просвет, а иногда и чаще всего закупоривает полностью просвет этой артерии, тогда доступ крови к мышце сердца прекращается. И вот это проявление ишемической болезни сердца. У ишемической болезни сердца есть достаточно много проявлений. Это общий термин или общее понятие. А вот клинические проявления этой ишемической болезни сердца могут быть и в виде боли, сердцебиения, перебоев сердечной деятельности, затрудненного дыхания, резкого падения давления, достаточно многообразное проявление этой болезни в зависимости от того, индивидуально, в зависимости от того, какими болезнями еще страдает пациент. Например, у больных с сахарным диабетом намного реже бывают болевые ощущения по сравнению с больными, у которых диабета нет. И вот проявления ишемической болезни сердца, они могут быть от минимальных до крайней степени выраженности, а это уже инфаркт или внезапная смерть. Дай Бог борони. Ну, добре. Все ж таки, знаєте, от ви говорите, що нестача кисню, наприклад, у мене одразу ж асоціація така, що, можливо, треба пробігтися, вийти, подихати свіжим повітрям, чи сьогодні є якісь спеціальні препарати насичені киснем, які можуть допомогти серцю працювати, але я, знаєте, як людина, яка не знається на цьому, і в мене виникають одразу ж такі асоціації. Окрім того, мені здається, що десь біль зі сторони серця, так, чи якесь запаморочення, чи те, що падає тиск, воно іноді буває. Можливо, є якийсь, наприклад, проміжок, от відчула протягом тижня, що в мене ось такі симптоми, і зрозуміла, що мені треба звернутися до кардіолога. Які такі, можливо, дзвіночки мають насторожити людину, що вона розуміє, що щось не так в її організмі, і за який проміжок це відбувається? По-разному бывает, но во всяком случае какие-то предвестники всегда есть. Предвестники начала проявления болезни, когда болезнь уже есть, но сам человек еще не ощущает, да, то есть уже основа подготовлена. Скажем так, космодром построен, ракета стоит, но еще не взлетела.
И вот предвестники этой болезни, они бывают практически у каждого пациента. Другое дело, что не все обращают на это внимание. Где-то поддавило за грудиной. Ну, по бытовому пониманию этого процесса, ну, это не сердце, потому что сердце слева, да? Ну, думаю, так, как сердце раз, тут. А как раз наоборот, потому что любая боль слева, тем более какая-то колющая, тянущая, она меньше имеет отношение к сердечному заболеванию, чем боль за грудиной давящего характера. Угу. Затрудненное дыхание, чувство нехватки воздуха, невозможность сделать полный, полноценный вдох, как будто преграда какая-то не пускает, это тоже симптом, который обязательно должен насторожить. Перебои в сердечной деятельности, то есть неритмичная деятельность сердца. Это тоже должно насторожить. Це можна зрозуміти, тільки зробивши кардіограму, чи можна теж відчути по собі? Ми зараз говоримо об ощущениях. Так, так. Это субъективные ощущения. Все, что касается объективных методов исследования, это уже, как говорят в Одессе, на потом, да? Угу. Сначала надо созреть к тому, чтобы подойти к медицинской части и к лечебному учреждению, затем обратиться к доктору, и дальше начнется уже объективизация проявления этой болезни. Пока что мы говорим о субъективных ощущениях. А чи правда взагалі, що ця хвороба не прослідковується на ЕКГ? Вернемся к тому, что это понятие ишемическая болезнь сердца. А о какой болезни мы говорим? Если речь идет о стенокардии, она может быть не всегда отображаться изменениями электрокардиограммы. Для этого существуют другие методы, так называемые методы диагностики с использованием электрокардиограммы, но с контролируемой нагрузкой. То есть как только человек получает нагрузку под контролем электрокардиограммы, которая заставляет сердце его работать чаще, то на электрокардиограмме возникают изменения. И вот это уже объективизация этих изменений. Я сейчас не беру, скажем, варианты, когда крайнее проявление ишемической болезни сердца в виде инфаркта, там электрокардиограмма покажет, ну, почти сразу. Там изменения явные, и они, как правило, возникают в момент развития инфаркта. А вот такие болезни, как стенокардия, нарушение сердечного ритма, недостаточная насосная функция сердца. Эти изменения требуют специальных методов обследования, таких как электрокардиограмма. Иногда статическая электрокардиограмма в этом мало помогает, потому что она отображает только процессы, которые происходят непосредственно за время регистрации. Это 1-2 минуты. Необходимо делать мониторирование электрокардиографическое. Сегодня есть такие способы диагностики, как холтеровское мониторирование, которое подразумевает собой запись 20, 48, 72-часовую беспрерывную запись электрокардиограммы в течение всего времени мониторирования. И тогда, в зависимости от нагрузки в естественных условиях, либо это утренняя нагрузка, либо дневная, либо это время ночное время, скажем, период какого-то парадоксального сна, когда изменяется электрокардиограмма и помогает найти какие-то симптомы и объективизировать эти симптомы, которые патогномонічні для ішемічної болезни серця. Давайте от простою мовою, це якісь підключаються препарати, я так розумію, чи якісь браслети, датчики на людину, і можна слідкувати, вона знаходиться десь на стаціонарі, чи вона може бути вдома для того, щоб якось потім зняти дані з датчиків і зрозуміти, чи є взагалі розвиток хвороби серця? Подключаются электроды к телу человека,
И это безболезненная процедура абсолютно. И эти электроды, они подсоединены к записывающему устройству, которое размером меньше мобильного телефона. И вот с этим пациент пребывает сутки, двое, трое, и в течение всего этого периода времени идет запись электрокардиограммы. Затем этот приборчик снимается и расшифровывается уже с помощью программы на компьютере. Чудово. Ну, насправді, мені здається, що сьогодні такі в нас умови, що можна будь-яку хворобу попередити, так, якщо вчасно звернутися до лікаря. Але все ж таки, кілька років тому чула таку інформацію, можливо, ви її спростуєте, про те, що за статистикою, за хвороби серця, так, Одещина в лідерах майже перше місце займає, так, через те, що багато людей хворіє в нас. Ну, я вам скажу, по даним официальной статистики, в пределах Украины Одесса всегда находилась где-то в середине списка всех регионов. Вот уже на протяжении нескольких десятков даже лет, да, Одесский регион находится по своим показателям заболеваемости, смертности, выявляемости, где-то в середине списка. Эта статистика, она не совсем объективна, поэтому нельзя говорить, наверное, о том, что в каком-то регионе Украины особо отличаются показатели заболеваемости от других регионов. Это вопрос только лишь дисциплины статистической. Оно в основном везде более-менее у всех одинаково. Поэтому странно, что такие вот размахи от маленьких показателей до очень больших. Но в общем, если брать эту картину, то основной показатель, на который ориентируется, что смертность от сердечно-сосудистых заболеваний среди всех болезней как причины смерти от сердечно-сосудистых заболеваний составляет 70%. Все ж таки, ішемічна хвороба серця – це стадійна, так, хвороба. Тобто вона має якісь етапи розвитку. Якщо можете назвати, назвіть їх, будь ласка, так, які саме етапи і як вони відрізняються один від одного? Ну, знаєте, класично це заключається в тому, що ці етапи розвитку ішемічної болезні серця розділені на так називаємі декади. Первая декада, она совсем бессимптомная, это когда только-только начинается атеросклеротическое поражение в сосуде, питающем сердце. Оно еще никак себя клинически не проявляет. Второй этап, когда эта атеросклеротическая бляшка достигает уже размеров, перекрывающих просвет сосуда достаточно сильно, тогда начинаются клинические проявления в виде каких-то приступов стенокардии. И третий этап или третья декада развития этой атеросклеротической бляшки – это когда она разрывается. Вот это… Это уже наиважче, так? Это уже ведет к инфаркту. Поэтому очень важно, конечно, выявить какие-то изменения на более ранних этапах, когда можно в плановом порядке внести какие-то коррективы. Про діагностику ми поговорили, а от які є методи лікування? Ну, на сьогоднішній день, я думаю, що кардіологія, особливо направлення в кардіології, яке відповідає за лікування ішемічної болезні серця, серед всіх медицинських наук може бути найбільш розвита. И многообразные методы лечения, начиная от медикаментозной терапии, когда с помощью грамотного доктора можно подобрать так называемый набор оптимальной медикаментозной терапии с учетом всех индивидуальных особенностей пациента, характера его заболевания, переносимости лекарств. Также и так называемые инвазивные, мини-инвазивные и хирургические методы лечения. Инвазивные – это коронарное стентирование после коронарографии.
мини-инвазивные – это операции на сосудах сердца без скрытия грудной клетки. Тобто, як голочка проходить, так? Невеличке, я так розумію. Без вскрытия. Без скрытия, да. Да. И большая кардиохирургическая операция, она тоже может проходить на работающем сердце, а может проходить и с применением аппарата искусственного кровообращения, когда надо сердце останавливать. Это в особо сложных случаях, когда есть еще некоторые сопутствующие патологии, много болезней, осложняющих течение основной болезни. На який час можна зупинити серце? Столько, скільки требується, і 5, і 6 часов. Якщо требується для операції і 9 часов, пожалуйста. Ого. Работает апарат. Угу. Затем серце запускається. Ну, якщо говорити про хірургічне вже втручання, так, то чи довго взагалі відбувається період реабілітації після того? Зрозуміло, що після малоінвазивного втручання, напевно, що менше, але от які є часові такі обмеження? Ну, я должен сказати, що це все зависить, звісно, от індивідуальних особливостей організму. Но, в принципі, після хірургічної операції і виходу, після великої хірургічної операції і виходу пацієнта із состояния наркоза, от 1 до 3 дней нахождения еще под наблюдением и лечением в отделении интенсивной терапии, затем он может переводиться в обычное кардиологическое отделение и через неделю может быть выписан. Это оптимальный и чаще всего встречающийся вариант по срокам. И все ж таки не можу не запитати про ускладнення, чи можуть бути ускладнення після операції? Естественно, любое вмешательство, оно подразумевает какой-то риск возникновения осложнений. Но я бы назвал это не осложнением самой операции, да, а осложнением, скажем так, в процессе операции. Потому что оперирующий хирург иногда встречается с какими-то вещами уже в процессе самой операции, где надо принимать очень быстрое решение и вырабатывать тактику дальнейшего своего вмешательства, потому что много всяких неожиданностей может быть. Это зависит от сопутствующей патологии, это зависит от состояния функционального состояния и выделительной функции почек, и функции печени, и наличие каких-то, скажем, заболеваний, связанных с нарушением дыхания, поражение легких. При сахарном диабете очень тяжело и намного длительнее заживают раны после оперативного вмешательства. То есть это все имеет значение. Но сегодня техника проведения этих оперативных вмешательств доведена уже практически до такого уровня, когда полностью минимизируют эти все осложнения. Что касается технического исполнения, все остальное имеет значение от состояния больного. Все ж таки хочеться дізнатися, чи є якісь способи профілактики ішемічної хвороби серця, то, можливо, б ви надали якісь поради для того, щоб серце було живим таким, здоровим і тільки кохало, і все, і більше його нічого не турбувало. Ну, для того, щоб серце тільки любило і більше його нічого не беспокоило, я можу сказати, давайте почнемо з того, які качества в себе треба воспитувати з самого раннього дитинства, да? Во-первых, доброту. Во-вторых, позитивное восприятие происходящего вокруг тебя. Не надо быть злобным, не надо быть жадным, не надо быть зависимым. А уже потом мы перейдем к непосредственно, скажем, таким моментам, которые определяют образ жизни, да. Никаких злоупотреблений ни жареной, ни жирной пищей,
избегать каких-то эмоциональных перегрузок, достаточно регулярно давать себе физические нагрузки для тренировки сердца, не начинать курить. И вот когда вот мы такого индивидуума выращиваем, дальше можно сказать, что все, что надо было сделать для профилактики появления каких-либо сердечно-сосудистых заболеваний, максимально он это сделал. Но если уж заболевает, тогда вступает в силу уже, скажем, какие-то законы вторичной профилактики. Это уже связано с применением медикаментов. Вот в этом помогут доктора. Я дуже вдячна вам за те, що ви прийшли до нас. І хочу нагадати, в гостях у нас Голобородько Борис Іванович, кардіолог вищої категорії та заступник медичного директора з кардіології в медичному домі «Одрікс». Поговорили ми про ішемічну хворобу серця. Ще раз дякую вам. Це був денний ефір на 7-му телеканалі. Провели його з вами Тетяна Милимко. Бережіть себе та своїх близьких. Усього найкращого. І нехай ваше серце тільки кохає, а не хворіє. Дякую вам.